Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості нашої студії, експерти. Як завжди було аж до травня, наша програма виходить на телеканалі «Миколаїв» по четвергах о 19:30. Травень був, у травні наша програма виходила в відпустку, і зараз ми повернулися з новими силами. Починаємо, як і завжди, розповідати миколаївцям про найбільш актуальні, найбільш цікаві, найбільш важливі питання життя нашої громади, не тільки нашої громади, але й взагалі України. І сьогодні є сенс поговорити про те, як ми використовуємо те, чим просто те багатство, яке надала нам природа. Адже Миколаїв з трьох сторін омивається річками. І особливо беручи до уваги досвід європейських країн, та не тільки європейських, де річковий транспорт існує дуже давно, є дуже ефективним. Ми років, мабуть, за 20 тому практично позбулися наших річкових трамвайчиків, річкових перевезень. І з того часу практично мови про річкове пароплавство в Миколаєві не йде. Хоча і як мале суднобудівництво це дозволило б завантажити наше підприємство і розвантажити наші дороги тощо. Зараз почалися розмови про те, що в Миколаєві створюється комунальне підприємство з річкових перевезень. І усієї ідеї є як прихильники, так і супротивники. На жаль, прихильники ідеї комунального підприємства сьогодні до студії не прийшли, хоча й збиралися. Втім, є люди, які можуть як експерти, як практики поговорити про те, що нас чекає. Отже, тема сьогоднішнього нашого контраргументу – це річкове пароплавство, це річкові пасажирські перевезення, це майбутнє малого суднобудування на Миколаївщині. А зараз моя співведуча Марія Савіцька представить наших гостей. Так, доброго вечора. Тож, наші гості сьогодні – Іван Присяжний, начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради. Будь ласка, наш традиційний портрет. Наш шановний мер Юрій Гранатуров, коли представляв Івана Присяжного на новій посаді, сказав, він перспективна молода людина, яка показала себе ще в управлінні економіки. У нашого героя широкий фронт робіт. Треба мати певну долю мужності, аби в Миколаєві очолити управління транспорту та зв'язку. Останнім часом скарги так і сиплються. Здебільшого на маршрутчиків, звісно. Адже атракціон у нас такий в місті. Спробуй дістатися місця призначення неушкодженим, цілим і в гарному настрої. А тут ще про річковий транспорт активно почали говорити. Надихає те, що водії з міських маршрутів на річкові перейти не зможуть. Тож і скарг не має бути. Ще один гість – Юрій Кузовлев, депутат Миколаївської міської ради. Депутат Миколаївської міської ради Юрій Кузовлев минулого разу був гостем студії, коли ми всі тут боролися з корупцією серед його колег. Кваліфікований юрист пан Юрій тоді довів всю безглуздість звинувачень. Тепер тема програми зовсім інша. І роль нашого гостя в тому числі. Ми говоритимемо про річкові перевезення. Юрій Кузовлев серед тих, хто вважає цей напрямок перспективним. Було б дивно жити поруч із такими річками, як Південний Буг та Інгул, і не любити воду. Власне, цю любов наш герой трансформував у хобі. Пан Юрій з 5 класу захоплюється фотографією. І особливо полюбляє фотографувати стихію. А шторм був такий, що там особливо чекати не приходилось. Там можна було успівати тільки знімати волни. Важко очікувати від наших річок таких штормів, але сподіваємось побачити виставку фотографій новенького річкового флоту від Юрія Кузовлева. І зараз я хочу представити наших експертів і журналістів. Тож, Ігор Пох, журналіст і публіцист. Сергій Бурковець, директор Південної судоремонтної компанії. Олександр Болтянський, депутат Миколаївської міської ради. Олександр Курченко, депутат Миколаївської міської ради. Андрій Могильда, приватний підприємець. І Сергій Карцев, екс-віцемер. Тож, вітаємо вас всіх у нашій студії. Отже,
представлення закінчено. І перш ніж представити невеличкий сюжет з опитуванням на вулицях, я хотів би дати слово нашим гостям, перш за все Івану Станіславовичу Присяжному та Юрію Георгійовичу Кузовлеву. Отже, один з них є чиновником міського конкому, інший – депутатом і юристом. І я думаю, що кому як не вам, коротко, давайте, як завжди, до хвилини окреслити коло питань, які ми сьогодні обговоритимо, і які викликають найбільш суперечливі позиції різних сторін. Адже, як я казав, є прихильники комунального підприємства, є його гарячі супротивники, наскільки мені відомо, ви, Юрій Георгійович, якраз є таким супротивником цієї ідеї. І тому, що нас може чекати? Чому так, а не інакше? Чому є така різниця у позиціях? Давайте, будь ласка, з вас, Іван Станіславович. Здравствуйте, спасибо. Что касается судоходства, речных перевозок в городе Николаеве, в городе, который действительно со всех сторон окружают реки, который создан для того, чтобы развивать этот вид транспорта. Скажем так, громада, я уверен на 100%, каждый небезразличный человек к жизни города, к своей жизни в нем, уверен полностью, будет руками и ногами за развитие данного вида транспорта. С нашей стороны, как со стороны исполнительной власти, мы тоже всецело поддерживаем это развитие, это направление. Каким образом? Это альтернативный вид транспорта будет. У нас есть микрорайоны отдаленные, которые не имеют, кроме маршрутного такси, сообщения, автобусов, никакой альтернативы. Туда не проложены ни линии электропередач, это сеть троллейбусная, трамвайные рельсы, соответственно, пути тоже не проложены. Поэтому им, как никому, обязательно нужен альтернативный вид транспорта. Речные перевозки с собой заключают то, что сокращается расстояние, возможно. Всегда у нас были в городе речные трамвайчики, которые связывали дачные кооперативы. Всегда у нас были в городе катера, которые даже по области ходили, перевозили людей в разные места. Власть всегда лицом к этому повернулась. На сегодняшний день у нас администрация речных портов в городе осуществляет перевозки непосредственно на пароходе Киом-101, который идет сообщением каботажный спуск Орениха, пользуется спросом, и, естественно, мы со своей стороны, в чем помощь заключается? Когда были перебои с топливом, мы не отвернулись, не умыли руки, как говорится, то есть сделали все возможное, что конкретно нас зависит, для того, чтобы обеспечить эту компанию, этот пароход один-единственный, и топливом, и соответствующими необходимыми расходными материалами, для того, чтобы ни в коем случае не прекращалось движение. Это удобно для людей, это удобно для нас. Точно так будут обстоять дела и с другим коммунальным видом транспорта, если он будет коммунальным, непосредственно эти пароходики. Сейчас весь вопрос, я так понимаю, заключается только в форме собственности этого. Ну, а наша позиция ясна и, по-моему, адекватна. Ну, есть, я думаю, достаточно вопросов, которые, я надеюсь, мы в ходе программы выясним относительно целесообразности именно такого предприятия, именно, так сказать, такой формы собственности, и нужно ли, в принципе, есть ли будущее у такого предприятия. Хотя я полагаю, что, в общем-то, тот пример присутствующих здесь людей показывает, что даже частники уже достаточно успешно эксплуатируют речные трамвайчики, и, я полагаю, и более крупные суда. Однако об этом поговорим чуть попозже, а пока, Юрий Георгиевич, пожалуйста, ваша позиция. Ну, инициаторы создания так называемого предприятия водного транспорта, их идея состоит в том, что необходимо создать коммунальное пароходство. Ну, те, кто знаком был с одесским пароходством, представляют, что такое пароходство. Пароходство – это порт, это ремонтные мастерские, пароходство – это значительное количество пассажирских судов, пароходство – это значительное количество грузовых судов. Причем то, как инициаторы предложили, следовало понимать, что они пытались освоить не только речку, но и море. То есть это глобальнейшая структура, колоссальная структура, которая требует колоссальных вливаний, больших очень денег. Возникает резонный вопрос. С какими ресурсами подходит город к созданию коммунального пароходства? Выяснилось, что у города нет ни порта, ну, с портом понятно, его реально нет, но у города нет даже причальных стенок, которые бы принадлежали городу на правах коммунальной собственности. Нет пирсов,
Нет других гидротехнических сооружений, которые необходимы для создания или для функционирования пароходства. Не говоря уже о том, что нет и самих транспортных средств у города. То есть, другими словами, создается просто коммунальное пароходство, предприятие без ничего. С уставным фондом 5000 гривен. Вот можете себе представить, уставный фонд 5000 гривен. Это заработная плата охранника этого пароходства, которого практически не существует, как насыщенного материальными ценностями предприятия. Поэтому стал вопрос, в состоянии ли город создать коммунальное пароходство? Не проще ли создать частное предприятие, если есть инициаторы этого явления, и которые утверждают, что существуют инвесторы, готовые вкладываться, причем колоссальные деньги готовы вкладываться? Значит, следует создать частное предприятие. Может быть, это будет публичное акционерное общество. Может, это быть командитное общество. Например, инициаторы выступают в этом обществе участниками. Я прошу прощения, мы здесь говорим по-русски и по-украински. Вот насчет командитного, не выражайтесь, пожалуйста. Командитное, да. Командитное общество – это где несколько участников этого общества выступают с дополнительной ответственностью. И они управляют предприятием. И один участник, например, иностранный инвестор, который вносит самые большие средства, несет ограниченную ответственность. То есть, другими словами, если участники считают, что пароходство реально будет приносить прибыль, пароходство именно, не пассажирские перевозки, а пароходство, что им мешает создать частное предприятие с участием иностранного инвестора? Причем, если иностранный инвестор, опять-таки, заинтересован в создании пароходства, для того, чтобы получать на этом прибыль, он может создать пароходство, будучи единственным участником, никому, скажем так, не доверяя, а самостоятельно вложив свой капитал в то предприятие, которое он создаст. Такое предприятие будет называться иностранным предприятием с единственным участником и с единственным капиталом. А есть уже желающие? Если судить по тому, как нам рассказывают инициаторы, то инвесторы есть. Инициаторы коммунального предприятия. Инициаторы коммунального предприятия. Есть инвесторы. Если есть инвесторы, то почему не создать то, о чем я сейчас говорю? То есть частное предприятие, которое бы функционировало и зарабатывало деньги, а город бы от этого имел налоги с предприятия и плюс пассажирские перевозки. Ту же Корениху, в другие места. Можно, если это пароходство, то можно организовать рейсы и в Одессу, и в Херсон, и куда угодно. И в Киев, по Дніпру. Дуже добре. Поки ми тут іноземними словами і термінами жонглюємо, є люди, які, напевно, не знають про існування командитних підприємств, втім, вже досить ефективно використовують річковий транспорт, а саме річкові трамвайчики. І мені здається, дуже добре і почувають себе, так би мовити, в перспективі. Давайте подивимось сюжет про річковий трамвайчик, який придбав і експлуатує Андрій Могильда, який зараз є присутнім у нашій студії. Будь ласка. Річний трамвайчик тихо встав у сонного причалу. Миколаїв, мабуть, вже й забув, що річкові трамвайчики існують. На катері сьогодні можна прогулятися хіба що до Малої Коренихи та назад. Залишились у нас тільки сонні причали. Втім, враховуючи географічне положення міста, відродити річкові перевезення було б цілком логічно. Саме так вирішив Андрій Могильда і близько місяця тому втілив задум у життя. Придбав американське судно і тепер влаштовує екскурсію вздовж берегів Інгулу та Південного Бугу. Миколаївці одразу позитивно оцінили такі прогулянки. Молодое поколение даже не представляет, как наш город выглядит с воды. Он очень красив в вечернее время, в ночное, и даже так прекрасные виды. Поэтому надо людям показывать красоту, пусть любят свой город. Андрій Могильда з того покоління, яке ще пам'ятає, як Миколаїв виглядає з води. Добре розуміючи, що в місті, де її стільки, попит на подібні розваги буде обов'язково, і придбав перше судно такого типу. Відправив його, так би мовити, на розвідку. Мы хотим наладить регулярные перевозки людей со стороны Намыва в сторону Коренихи по другим направлениям, потому что водный транспорт он сокращает время и он достаточно экономичный по себестоимости. Судно, на якому і ми мали змогу пройтись уздовж берегів, вміщує 12 пасажирів. Ця американська розробка має 3-літровий 4-тактний двигун і розвиває швидкість до 30 км на час. Морською термінологією – приблизно 17 вузлів. Для прогулянок таке малятко підходить ідеально. Ом, наприклад, їм замінити на маршруті вже буде складно.
Я думаю, маломерные суда имеют право на существование, поскольку они достаточно удобны, они как маленькие такси. Им не надо ждать полного заполнения, то есть достаточно люди подошли, там 10-15 человек, как маршруточки. То есть они курсируют достаточно быстро, интенсивно и покрывают все необходимые направления. Цей перший в Миколаєві річковий трамвайчик зроблено за кордоном, але в подальшому, каже Андрій, Могильне відготове робити замовлення в Миколаєві. Я думаю, що мощності наших заводів, тобто вони такий катерочок могли в обідній перерив зробити. Втім, враховуючи сьогоднішні реалії, реалізувати бізнес ідею швидко не виходить. Бюрократію ніхто поки що відмінити не зміг. Прості операції з отриманням документів виростають в многодневну, я б навіть сказав, многомісячну волокиту. І я сподіваюся, що в майбутньому це все гораздо проще буде, але поки приходиться проходити через всі ці іспитання. Отже, вже намітив перший конфлікт, так би мовити, з одного боку є вже людина, яка готова працювати, з іншого є бюрократична волокита, яка не дає цьому розвиватися. Я хотів би надати слово Сергію Миколаївичу Карцеву, адже, Сергій Миколаївич, ви взагалі започаткували свого часу в Миколаєві все, що стосується маршруток, і, напевно, вам, як нікому іншому, треба розповідати про те, як це треба організовувати зараз. З іншого боку, хочу тільки наголосити, що ну, як сказав перед початком передачі Іван Станіславович, вже нібито створено комунальне підприємство з маршрутних перевезень, я маю на увазі сухопутних маршрутних перевезень. Втім, поки що нічого не покращилося у царині маршрутних перевезень по миколаївських вулицях. А там все ж таки є і певна ремонтна база, і автопарк, ну, я сподіваюся, ну, скажете про це. З іншого боку, якщо розглядати це комунальне підприємство, про яке зараз йдеться мова, я маю на увазі річкове підприємство, то, якщо вірити Юрію Георгійовичу, там взагалі немає нічого. Отже, цікаво, навіщо тоді такий підхід? Сергій Миколаївич, будь ласка. Спасибо, Ярослав. В першу чергу я хочу сказати спасибо «Феврале». Мы практически этим же составом собирались и обсуждали вопрос транспортных перевозок автомобильным транспортом. И вот тогда впервые прозвучала идея о том, что Николаев с трех сторон окружен водой, и о том, что необходимо развивать вот этот речной транспорт. И, конечно, сегодня ну, очень приятно о том, что такие предприниматели, как Андрей Могильда, о том, что вот в Николаеве уже это есть. Теперь ну, остается дело... Ну, за небольшим, то есть, власти, протяните руку, покажите, как вы способствуете вот то, о чем сейчас говорил Иван Станиславович. Б, необходимо, вот мы делали предварительный расчет, по нашим расчетам необходимо 60 единиц вот таких вот водных маршрутов. Это даст, это позволит накрыть 14 маршрутов. И практически работать, ну, вот 7-8 месяцев, когда у нас нет штормов и нет ледовой обстановки. И это комфортно, это цена, соотношение цена-качество совершенно иное. И, ну, Николаев в этом плане будет пионером. Вот так, как мы были пионером когда-то в 94-м году, когда рождали маршрутные перевозки, так и сейчас. И второе, Николаев вот сегодня по... этому ролику, который Мария сняла, по этому сюжету, уже видно, насколько Николаев красив с воды. Я присутствовал на этом показе, я посмотрел, и я вам скажу, что я уже давно не обижал Николаев с воды, и это ну, очень красиво. Впечатляет. Это впечатляет, и я вам скажу, это настолько вдохновляет. Еще раз говорю спасибо Андрею. По коммунальному предприятию. В том виде, в котором предлагается это коммунальное предприятие, я считаю, что это нечестно. Нечестно по отношению к горожанам. Почему? Коммунальное предприятие должно быть с соучредителями из отдельных, достойных, может быть, граждан. Ведь коммунальное предприятие – это собственность всего города. Это первое. Второе. Принципы создания сети водных маршруток сегодня уже Иван Станиславович необходимо разрабатывать. И вот в плане подсказки мы с вами уже, я считаю, более-менее плотно работаем. Я вам скажу, что бы надо... Повстречайтесь с этими людьми. А. В
Второе. На тех предприятиях, которые сегодня занимаются мало тоннажным судостроением, давайте посмотрим, попробуем разместить. Цена вот этой водной маршрутки в новом варианте 50 тысяч долларов, в варианте БУ 25 тысяч долларов. Так может быть, все-таки по этой цене уже можно разговаривать и дать работу нашим судостроителям. Раз. Второе. Совершенно без землеотвода, но надо дать места пирсов. То есть для того, чтобы они могли причаливать, и для того, чтобы народ на Намыве знал, куда подойти, в Коренихе, в Корабельном районе, в Матвеевке и так далее, и так далее, и так далее. Следующее. Мы много говорим о инвестиционной привлекательности города. Так вот, привлеките инвестиции в помощь таким, как Андрей Могильда. Помощь нашим судостроительным малотоннажным предприятиям. Следующее. Необходима стыковка водных маршрутов, которые вот мы уже подготовили как общественники, и маршрутов тех автомобильных. То есть необходимо, чтобы автотранспорт подвозил меня, пассажира, к этому месту, ну и тогда мне было комфортно. Андрей Николаевич, вы уже столько заданий надавали Ивану Станиславовичу, что он точно забыл половину, а я вам как журналист могу сказать, что если ты хочешь, чтобы твой гость, вернее, или человек, которого ты задаешь вопросы, ответил только на тот вопрос, который ему хочется, задай ему два вопроса. Одну секунду, Александр Болтянский, и Иван Станиславович, у вас будет возможность ответить. Пожалуйста, Саша. Не буду в перипетии ситуации глубоко как бы нырять. У меня есть пару вопросов. Чисто как экономиста, я адресую к тем людям, которые хотят создать это совместное предприятие. И для того, чтобы зрителям было понятно, я объясню свою позицию таким способом. Вот вы человек, у которого есть определенная сумма денег, и живет рядом сосед, который бедный, нищий, и он не может вам ничего дать. И вы достаете миллион долларов или больше, сколько там инвестиций, идете к этому соседу и говорите: «Вася, давай вместе создадим предприятие». Зачем Вася, непонятно, нужен в этой ситуации. И зачем нужно? Вася – это коммунальное предприятие. Зачем оно вообще здесь нужно? Если вопрос стоит помощи от горсовета оказать частному предприятию, который хочет развивать этот бизнес, то с удовольствием депутаты помогут. Значит, возникает вопрос, для чего-то это надо тому, у кого есть миллион долларов. Я не знаю для чего. Или для того, чтобы получить пирсы. Или для того, чтобы получить землю. Это вопрос вопросов. Но если вернуться в 90-е годы, я не хочу, конечно, полную аналогию проводить, то были наперсточники, которые стояли, одни нижние, другие верхние. И люди, когда увидев это, умные люди, проходили мимо. А те люди, которым было интересно, когда же их обдурят, они подходили и начинали играть, пытаясь угадать, где этот шарик. Вот в этой ситуации мы не хотим быть теми людьми, которые подходят и пытаются найти, где нас хотят обмануть. Реально, вот аналогия. Потому что мы знаем, что обманут в любом случае. Да, ну что я буду ломать голову? Или потому что это коммунальное предприятие, которое не может ни денег не дать, ничего оно не может дать. Но для чего-то, что оно надо, это либо для того, чтобы получить землю, как коммунальное предприятие, голосовать не надо будет, просто выделят как коммунальному предприятию. Либо для того, чтобы уйти от определенных налогов, преференций получить. Ну, я же говорю, вариантов очень много. Но только чего... нам никто о них не говорит. Да, но для чего-то это сделано. Поэтому в этой ситуации надо помочь частному предприятию. Я двумя руками за. Все, что касается депутатского корпуса, если это предприятие, как вот ребята, которые показали нам, купили первое судно, двумя руками будем помогать. Что им надо выделить, выделим. Но те, кто хотят сделать совместное предприятие, коммунальное и частное, мне непонятно. Таким образом, в Одессе в свое время, в порту, для того, чтобы уйти от тендеров, получить землю, создавали совместные предприятия, частное 51, коммунальное 49. И, обходя все законы, они получали все преференции, которые получало коммунальное предприятие. В итоге, потом эта земля становилась частной. И я не знаю, какие дальнейшие шаги. Я только могу предполагать. Но в данной ситуации лучше, наверное, нам обойти тех
людей, которые хотят это создать. Хорошо, я, Леонид Владимирович, буквально два слова. Немножко странно, мне вот, я, честно говоря, не специалист вот в этом вопросе, как я думаю, большинство наших зрителей, но благодаря образным Сашиным примерам, наверняка многие уже сейчас, начав, те, кто начали засыпать или там вышли на кухню там сделать себе чай, кофе, еще чего-нибудь, вернулись к экранам, потому что на самом деле интересно, где же нас хотят обмануть. И я хочу просто вот привести краткую хронологию. Мне на самом деле, вот я увидел буквально эти документы перед самой передачей, но мне не очень понятно. Смотрите, значит, 11 вересня 2014 года Миколаївська міська рада приймає рішення номер 6310. З метою забезпечення належних умов для створення парапласту у місті Миколаєві відповідно до статті 6 положення про громадські слухання у місті Миколаєві, затвердженого рішенням міської ради, керуючись пунктами та-та-та, створити тимчасову комісію з підготовки та проведення громадських слухань з питання створення парапласту у місті Миколаєві та затвердити її склад, додається. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову. Вже у 28 жовтня збирається, це такий досить великий документ, збираються громадські слухання. Ну, якщо це документи, тут є підписи, то в мене немає ніяких підстав йому цьому не вірити. І на цих слуханнях тут пан Гордієнко, ЄМ, доповідач про доцільне створення в місті Миколаєві парапласту. Друге питання. Організаційно-правова форма створення майбутнього парапласту, пан Хачатуров, його ми запрошували, він є, наскільки мені відомо, палким прихильником комунального підприємства, втім він не прийшов, хоча я збирався. І роль та значення територіальних громад у місті Миколаєві, створення та діяльності парапласту, пан Рогов. Це ваш колега Юрій Георгійович по фракції. І великий документ, втім, я тільки резолютивну частину зачитаю. Ухвалили підтримати висунуту ініціативною групою ідею щодо створення парапласту в місті Миколаєві, рекомендувати Миколаївській міській громаді створити робочу групу при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради, яка повинна буде визначитись щодо форм участі територіальної громади у створенні парапласту та здійснити глибоке опрацювання всіх господарсько-правових аспектів діяльності новоствореного підприємства, розробка ТО, особливості формування статутного капіталу та управління його фінансово-господарською діяльністю. Доручити тимчасовій комісії з підготовки громадських слухань повідомити Миколаївську міську раду про прийняте на громадських слуханнях рішення. Панове, депутати, глядачі тощо, скажіть, будь ласка, хтось чув про громадські слухання щодо створення у Миколаєві парапласту та щодо того, яка це має бути форма? Можливо, я чогось не знаю, скажіть мені, будь ласка. Значить, можна, якщо можна, я... Так, будь ласка, Юрій. Втім, не забувайте, будь ласка, що чекає своєї черги Іван Станіславович. Я постараюсь кратко. Действительно, проводились общественные слушания, поскольку на них присутствовал Георгий Константинович Рогов, у меня нет сомнения в том, что они реально проходили. Потому что Рогов для меня это честнейший человек. И если он сказал, что они проходили, значит они проходили. В повестке дня стоял вопрос о создании пароходства, обратите внимание, в городе Николаеве. То есть не коммунального пароходства, не совместного коммунального пароходства, а просто пароходства. То есть организационная форма не определена. Если слово стоит коммунальное, то это значит унитарное, коммунальное предприятие, значит имеет организационную форму, ну унитарное в данном случае. И форма собственности коммунальную. Если речь идет о пароходстве, то это частная форма собственности. То есть громада поддержала идею создания пароходства, другими словами, с частной собственностью. Но при этом сказали, неплохо было бы поучаствовать и громаде нашей в этом мероприятии. Создайте рабочую группу, проработайте ТЭО конкретно, какие средства необходимо вложить в это дело, и после этого определитесь с формой участия громады в этом частном предприятии. Вот что означали эти общественные слушания, ни больше, ни меньше. Они не означали, что громада решила или общественные слушания, участники общественных слушаний решили создать коммунальное предприятие. Нет, речь идет о пароходстве, которое громада считает, участники общественных слушаний считают, что такое пароходство, оно городу было бы полезно с частной формой собственности. Как только вмешивается понятие коммунальный, значит это уже коммунальная собственность. Это значит предприятие, которое создает сам совет.
Вот что имелось в виду, когда речь шла об общественных слушаниях? Ну, если наши зрители 2/3 из того, что вы рассказали, запомнили, то я буду считать, что вы не зря говорили. На самом деле вы говорите всегда очень умно, но очень плотный объем информации. Давайте будем ее разбавлять. Иван Станиславович, попробуйте, пожалуйста, вот внести ясность в позиции городской власти. Да. Значит, разбавляют. Вот эти все документы свидетельствуют как раз о отношении исполнительной власти вообще к процессу формирования данного пароходства, не данного, а вообще судов в городе Николаеве, их движение, пассажирских перевозок в том числе. Это комплексный вопрос, его надо рассматривать не только как пассажирские перевозки, но также как и судостроение, судоремонт в обязательном порядке. В обязательном порядке это должно быть еще грузоперевозки, которые прибыльные, потому что пассажирские перевозки сами по себе, особенно если брать в формате коммунального предприятия, они сами по себе убыточные. Все это мы это обсуждали уже не раз, все это прекрасно понимают. Поэтому это комплекс должен быть. Скажите, они всегда убыточные или они убыточные при той системе организации перевозок, при которой сейчас существует? Или это вот безнадежно убыточно? Это всегда убыточно? Если все делать согласно законодательству, то в любое коммунальное предприятие, которое осуществляет пассажирские перевозки, и не только коммунальное предприятие, они не будут в больших плюсах, они будут убыточные предприятия. Вот эксперты могут это подтвердить, Сергей Николаевич об этом прекрасно знает. Ну и все остальные присутствующие, скорее всего, тоже. Значит, почему лицом я не договорил? Потому что как только у нас пришла информация о том, что надо провести общественное слушание, первое, что мы создали сами, это мы прорабатывали проект, это рабочую группу создать для изучения необходимости создания и проведения общественных слушаний. Сделали. Следующее, провели эти общественные слушания, я на них был, есть фотография, то есть, опять же, и Рогов, естественно, правду говорил, и Юрий Георгиевич тоже подтвердил эти все слова. Были общественные слушания, так как с чего мы начинали, никто не был против, потому что любой здравомыслящий человек будет только за. Форма собственности – это уже вопрос юридический, это вопрос депутатов, вопрос депутатских комиссий, которые обязаны потом будут проходить, эти инициаторы этого всего движения. Вот, в принципе, откуда у нас все эти вопросы и родились. Дальше. Сергей Николаевич, спасибо вам за хорошие слова, и все ваши предложения, как всегда, будут учитываться, прорабатываться. Сергей Николаевич, мы разговариваем на одном языке, поэтому то, что вы говорили, я забуду сразу, мне достаточно одного предложения для того, чтобы я понял, о чем мы говорим и как действовать в этом направлении. Уже определенные действия с нами осуществлены, непосредственно управление, что там как будет, неизвестно, но по крайней мере те же маршруты мы сейчас восстанавливаем, которые уже были, у нас есть перечень, мы смотрим, возможно, как их можно будет изменить, улучшить, удлинить, если опять же у нас все это дело будет, то мы будем уже... Вот, смотрите, мы сейчас говорим о создании некой новой структуры, однако вот документы. 12 февраля 2004 года, номер 1825, решение Николаевского городского совета. З метою приведення у відповідність чинним законодавством статусу діючих підприємств, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, керуючись законом, міська рада вирішила ліквідувати комунальне підприємство муніципальне Дніпробузьке пароплавство. 11 років назад. От документ, з якого ясно видно, що повне найменування юридичної особи та скорочення у разі його наявності. Комунальне підприємство муніципальне Дніпробузьке морське пароплавство. Тобто воно існує. І якщо його ліквідували за 11 років, то чому просто не взяти це пароплавство, і воно вже є, і дати йому працювати? І ще одне питання. Якщо воно його ще в 2004 році планували ліквідувати, то, напевно, що воно просто тоді вже не виявилося конкурентоспроможним чи взагалі дієспроможним. І ще одне таке невеличке зауваження. Ось дивіться, резюме техніко-економічного обоснування створення судноходної компанії «Николаев Shipping Company», проєкт «Olivia Shipping». Так от, здесь на 8 страницях нет ни одной цифры, нет ни одного внятного обоснования. Есть ссылки на законы,
А все, что касается, так сказать, резюме, вот, пожалуйста, бюджетная эффективность. В результате реализации первых этапов проекта будет создано дополнительно 50 рабочих мест, из которых 36 для плавсостава. Судя по тому количеству необходимых маршруток речных, о которых говорил Сергей Николаевич, их уже должно быть больше. Водные грузопассажирские перевозки на судах предоставят объемы работ автотранспортным предприятиям, складским хозяйствам, всей городской структуре. Ну, возможно, если они есть, как я понимаю, если верить Юрию Георгиевичу, нет вообще ничего. То есть для начала это надо создавать. На суднах смогут закрепить на практике свои знания трудоустройства молодые специалисты наших вузов. Ну, в общем, да, наверное, хотя, по-моему, они и так, в общем, закрепляют где-то и чего-то. Проект даст государству доход, включая отчисления в бюджеты всех уровней государственных целевых фондов в размере не менее 1 560 000 гривен в год. Это едва ли не единственная цифра. Я хотел бы спросить, Сергей Николаевич, если это будут частники, сколько там денег, и Саша тоже, сколько денег может получить бюджет? Ориентировочный срок окупаемости инвестиций до 8 лет. Будет ли таким длинный срок, Андрей, вот, окупаемости ваших инвестиций? Основные преимущества и риски проекта. Основным преимуществом проекта является то, что сочетание существующей правовой базы Украины, механизм международных финансовых организаций, частных зарубежных инвесторов, о том, о чем вы говорили, и использование удобного флага дает синергетический эффект, позволяющий за короткий период начать работу предприятия по пассажирским перевозкам грузов из автомобильного на водный транспорт. В рамках проекта ТНТ объявлен тендер на разработку водного пути из Херсона до Гданьска. Соединенные Штаты реализуют ряд федеральных программ по переводу доставки грузов и сухопутных видов транспорта на морской. Планируется широко использовать для этих целей суда пентамараны. Эти факторы способствуют реализации планов правительства, стабилизировать экономическую ситуацию в стране, стимулировать привлечение внешних инвестиций в приоритетные региональные проекты. Видит Бог. Если бы я увидел эти документы вчера, то наверняка я бы взял иллюстрацию из фильма «12 стульев», где Остап Бендер презентует Нью Васюки. Господа, вам слово. Отвечая на ваш вопрос, Ярослав, мы прорабатывали с ребятами экономику. Первое. Экономика положительная. Это выгодно малому бизнесу. Но срок окупаемости действительно год-год сходится именно 8 лет. Что важно? Вот по коммунальному предприятию, чего боятся перевозчики. Они боятся для того, что будет создана очередная бюрократическая структура, контора, которая будет выдавать разрешения, лицензии и так далее, и так далее, и так далее. Необходимо, Иван Станиславович в прошлый раз правильно отреагировал, необходимо власти просто выделить или отдельную группу, или отдельного специалиста и с этими людьми начать работать. Сегодня я знаю, что у них есть определенная, не с вами, а есть определенные проблемы с разрешительной системой. Включитесь. Вы сегодня власть, и сегодня вполне этот вопрос, я как бывший чиновник говорю, что этот вопрос снимается одним звонком. Поэтому второе уже, Коль, спасибо, что дали слово. Иван Станиславович, даю очередную интересную идею. Есть выдающийся человек у нас, Олег Николаевич Абрамов. Абрамов запатентовал, я видел эти документы, пароход под названием «Электроход». Так вот там совместно с дизелем уже устанавливается ветряная установка, которая, соответственно, экономику будет снижать в 10 раз как минимум. Спасибо. Секундочку, Андрей, пожалуйста, я вот хотел бы услышать слово «практика». То есть вы уже эксплуатируете ваш речной трамвайчик. Я понимаю, что пока это еще только вот такое первое приближение, но как вы чувствуете, в принципе, финансовую эффективность для вас этого вида транспорта? И что вам сейчас мешает этим начать заниматься? Насколько я понимаю, желание у вас есть. Давайте тогда уже адреса, пароли, явки. Где вы буксуете? Пожалуйста. Ну, что я могу сказать, что основная проблема у нас – это финансирование. То есть мы только начали проект, еще исследуем все его сильные и слабые стороны, но уже очевидно, что проект имеет право на существование, он интересен и с финансовой стороны, то есть он прибыльный, и он интересен для людей. То есть мы стараемся ценами не пугать людей, наоборот, их привлечь максимально, то есть у нас и дети бесплатно проезжают. И поэтому
Расти есть куда, тем более современные технологии не стоят на месте. И говорить об убыточности речного транспорта можно говорить только с, как бы, с прицелом на старую материально-техническую базу, на старые дизельные какие-то пароходы, потому что все современные технологии, они гораздо экономичнее. То, что сказал Сергей Николаевич, электрический привод и все на свете, то есть оно повышает эффективность и позволяет, грубо говоря, то, что было раньше невыгодно, неприбыльно, превратить его в достаточно интересный бизнес и облегчить людям жизнь. Вот, вот такая моя позиция. Что именно вам мешает на уровне взаимодействия с городской властью, которая, как я понимаю, в принципе заинтересована в реализации таких проектов? Что вам мешает развивать этот проект на уровне документальном? Ну, у нас нет проблем с городской властью, в частности, просто сам процесс, ну, грубо говоря, бюрократической вот этой лестницы с оформлением, ну, начнем с самого начала, с покупкой, все началось с покупки и потом оформление лицензии всех соответствующих документов, классовых документов. Вот на этом этапе сама процедура сильно растянута. То есть из-за того, что сильно много бумажного волокиты, все это должно делаться гораздо проще. То есть в одном окошке продавец продает, снимает с учета, сразу же покупатель ставится на учет. То есть, а у нас во временном периоде это достаточно сильно растянуто. И плюс есть еще такое неудобство, что многие документы надо оформлять в Киеве, поскольку силовая установка, она свыше 75 лошадиных сил, и поэтому нас отсылают в Киев, а там уже, ну, сами понимаете, это не дело одного дня, надо в Киеве проводить время, либо доверенного человека отсылать, который оформит все эти документы, занесет. Хорошо, Иван Станиславович, вот смотрите, мне вот сейчас уже, опять-таки, я совершеннейший неофит в этих вопросах, но я рассуждаю просто вот как городской житель, да. Вот, кстати, мы сейчас посмотрим сюжет. Большинство николаевцев практически с восторгом воспринимают идею появления речного транспорта, речных маршруток. В принципе, ну, нету сейчас у города денег покупать, строить, развивать. То, о чем говорит Юрий Георгиевич. Но есть такие предприниматели, как Андрей, которые, в общем-то, уже готовы рисковать своими собственными деньгами, готовы брать на себя целый ряд затрат, которые город, скорее всего, и не понесет никогда. А если понесет, то понесет их неэффективно в плане финансовом, потому что вот вы говорите, что перевозки убыточны, а Андрей говорит, что они вполне при современном технологическом подходе могут приносить прибыль. Может быть, тогда смысл этого коммунального предприятия? Потому что, по сути, ведь чем занимался город все эти годы с маршрутчиками? Собирали, выдавали документы, отпускали вольное плавание безо всякого контроля чаще всего, потому что все мы знаем, что такое пьяные маршрутчики, что такое технически неисправные маршрутки на дорогах и так далее. Сказать, что сейчас у города, вот, коммунального предприятия появится ремонтная база, флот и так далее, ну, я не представляю этого. Может быть, тогда это предприятие могло бы взять на себя решение тех вопросов, о которых говорит Андрей. И если это дело централизовано, то, может быть, тогда в этом будет смысл этого предприятия. Пожалуйста, Иван Станиславович. Не спорю. Значит, у Андрея сейчас, скорее всего, экскурсионные перевозки. Почему? Я сейчас за пассажирский очень кратенько скажу. Поэтому он перевозит, да, детей бесплатно, возможно, еще какие-то. Но если брать пассажирские перевозки наши, на транспорте, то условия для речного не будут абсолютно отличаться. То есть есть определенный льготный контингент, который имеет право на бесплатную перевозку, осуществление проезда. И это тоже уже ложится как бы на затраты до тех пор, пока не придет компенсация. Это определенный период времени. Если брать, опять же, пример того, что у нас сейчас есть пароход, в 2014 году 1,086 000 компенсации было выделено, в 2014 году запланировано 1,014 000 будет профинансировано там в ближайшее время. Ну, опять же, согласно законодательству, этим занимается наш департамент социальной защиты. Даже если взять сейчас экономику развития всех технологий, удешевить, естественно, там стоят сейчас на том старом пароходе большие двигатели, которых затраты намного больше. Но даже если их сократить, я не думаю, что за миллион намного в прибыль уйдет это предприятия. Поэтому я сразу сказал, что это комплекс, на мой взгляд, не знаю, согласятся, не согласятся эксперты, что должно быть и судостроение, и пассажирские перевозки, и судоремонт. Вот почему мы говорим о большом каком-то.
Непосредственно о частном бизнесе, опять же, никогда никто не против. Пожалуйста, что касается возможных каких-то затяжек бюрократии, с исполнительным комитетом Николаевского городского совета... Нет, вот Андрей же говорит, на этом уровне все нормально, конечно. Но может быть, исполнительный комитет мог бы сформировать некую группу, которая помогала бы в том числе и на киевском уровне, и на уровне всех регистрационных моментов решать эти вопросы? Да, очередной раз скажу, что мы в опережении, то есть... Не зная, что как, мы на этой неделе собирали людей, которые очень близки к этим вопросам. То есть мы представители частного бизнеса, некоторые, которые согласились к нам прийти, которых мы, в принципе, они были не против встречи. Мы пригласили специалиста Укрречморинспекции, которые занимаются разрешением и лицензиями, и контролем, самое главное. Мы пригласили представителей администрации наших речных портов, которые тоже, возможно, подсказал бы какие-то моменты, как легче и проще все это сделать. Вопрос основной у нас состоял в том, что даже причальный стен, сам причал сам по себе, он по закону, это, да, в простом обывательском понимании, хорошая идея, давайте, все побежали. Но, опять же, так оно не всегда получится. Мы, как служащие государственные, да, местного самоуправления, не можем так поступать. У нас есть законодательная база. По законодательной базе, если катер, любое плавсредство причаливает куда-то, должен быть паспорт причала. У нас этих паспортов нет. Все стенки, которые за эти десятилетия уже причальные, разрушены, это мы не имеем в виду город, мы имеем в виду уже там пригород, те же отдаленные, Матвеевка, там в Коренихе тот причал еще один остался. Все остальные разрушены, более того, они не находятся на балансе нашей коммунальной собственности, это государственная собственность. То есть это механизм достаточно емкий, который, да, мы со своей стороны поможем так, любому человеку, да, какая будет задача поставлена, мы все сделаем. Еще одну секундочку, угу, вам договорю. Угу. Из плюса и из того, что это не просто так, я сейчас говорю о нашей помощи. Смотрите, за последнее время, во-первых, все это обдуманно делается. То есть, если мы сначала говорили о коммунальном, то, что вы уже поднимали вопрос о транспорте автомобильном нашем, автобусном, да, этот вопрос просматривался, этот вопрос разрабатывался, изучался со специалистами еще дополнительными, которые в этом хорошо разбираются. Пришли к одному, что для того, чтобы сейчас ставить автобусы на маршруты города именно коммунальные, собственно, большие автобусы, в первую очередь их надо чем-то заправить, во вторую очередь надо все, опять же, красиво всех оформить, так как оно в законодательстве прописано, чтобы каждый человек имел социальный пакет и так далее. Рассчитав все это, посидев не за одним круглым столом с разными людьми, при участии мэра, естественно, Жинжирухи Александр Жоржевич, который профильный зам постоянно занимается этим вопросом, простые расчеты привели к тому, что нам на сегодняшний день намного целесообразнее приобрести электротранспорт, который будет и экологически, естественно, по сравнению со всеми, который разгрузит проспект, уберет все эти маленькие... Вы имеете в виду трамваи или троллейбусы, да? Троллейбусы. Вот сейчас у нас ведутся, уже в финальной стадии подходят все дела, связанные с приобретением... То есть порядка с маршрутками не будет никогда, потому что коммунальное предприятие будет заниматься электротранспортом, а маршрутики, как и раньше, будут выезжать на маршруты пьяные, обколотые, на поломанных маршрутках. Нет, как вы понимаете, один троллейбус сам по себе уже сразу автоматически заменяет, ну, минимум 5 единиц вот этих вот маленьких маршруточек по пассажиропотоку, по возможности перевозки пассажиров. И у нас есть уже, было достаточно большое количество троллейбусных, трамвайных маршрутов. Со временем они поредели. У нас осталось минимальное количество самых необходимых троллейбусных маршрутов. Сейчас мы в том году там четвертый добавили, да, рассматриваем сейчас еще другие варианты. Как только приобретается транспорт, естественно, основной упор будет на наши основные магистрали, это проспект Ленина. Естественно, само собой, из этого получается, что мы все маршруты переберем, то есть мы все лишние, дублирующие, те, которые будут мешать движению электротранспорта, они будут удалены из нашей сети, и им самим будет невыгодно, потому что любой человек будет пользоваться электротранспортом, а не маршрутными средствами. Уменьшение количества маршруток приведет к порядку вот среди водителей тех же, потому что человек уже будет больше дорожить. Да. Юрьевич, хочу все-таки вот вашего уже экспертного мнения. Смотрите, насколько я помню, вот Александр Болтянский очень развивал эту идею, она, в принципе, достаточно давно висела в воздухе. Не надо вот городу закупать маршрутки, да, там не надо закупать автобусы.
Нужно просто создать предприятие, в которое взять на работу вот тех вот маршрутчиков, которые сейчас бесправные, без тех социальных пакетов, о которых вы говорите, без медицинского обслуживания и обследования, без техосмотра. Летают по нашим улицам, создают аварийные ситуации, приводят к травмам. В общем, мы все про это знаем. В принципе, ну вот это было бы решением, да, то есть не продавать отдельным хозяевам маршрутов право нанимать себе вот этих вот рабов, которые не имеют никаких прав, и ходят с маршрута на маршрут, да, а просто взять это в свои руки. И тогда в этом была бы логика. Этого не происходит. То есть, да, что-то как-то сократится, но на самом деле будет достаточно смешная история, когда пожертвуют и так ненужными маршрутами, а нужные люди все равно будут ездить, ну, не везде же у нас троллейбусы ходят, да? Не так быстро, как маршрутки. Не так быстро, как маршрутки. И вот еще вот этот самый вопрос остался неотвеченным о том, что есть же уже коммунальное предприятие. Почему создается новое? Красивый вот бизнес-план, ну, или там, не знаю, обоснование всего этого. А смысла я в этом не вижу. Юрий Ильич, давайте вы, а потом я вот хочу все-таки услышать тех, кто до сих пор молчал. Пожалуйста. Ну, скажем так, меня этот вопрос тоже интересовал, и я задавал вопрос Юрию Исаевичу. Если я его правильно понял, то то предприятие, которое создается, оно будет заниматься конкретными вопросами, связанными с эксплуатацией электротранспорта. Ну, это мы говорим в данном случае о сухопутном. То, о чем вы говорите, это можно реально сделать, когда коммунальное предприятие будет иметь в своем составе специалистов, обеспечивающих, во-первых, безопасность маршрутов, во-вторых, безопасность транспорта и, в-третьих, технику безопасности самих водителей. Охрану труда, другими словами. Вот если коммунальное предприятие будет обеспечивать это все, то тогда действительно вместо частного предприятия коммунальное предприятие может нанимать уже не в качестве рабов, как вы говорите, а в качестве партнеров конкретные маршруты по конкурсу и обеспечивать этих маршрутчиков или маршруты вот как раз вот всем тем необходимым, которые я перечислил. Охрана труда, техника безопасности и так далее и тому подобное. То есть, насколько я понимаю, именно так вопрос стоит в комплексе. Правильно я понял, да? Конечно. То есть, одно предприятие будет заниматься электрическим электротранспортом, а то, что вы говорите, будет заниматься другое, тоже коммунальное предприятие. Ну, просто я помню, мы еще зимой, в прошлом году говорили об этом, а оно так и не появилось. Хотя мне кажется, что создать такое предприятие гораздо проще, чем создать предприятие, вот занимающееся электротранспортом. Создано предприятие электротранспорта, то действительно очень много маршруток отсеется. Тогда возникнет реальный конкурс, и можно будет отобрать из того, что отсеивается, именно тех, которые реально будут вежливы, реально будут водить машины безопасно, и у нас не будет нареканий о том, что они кому-то ногу отдавили, кому-то еще там травму какую-то причинили, или, как вы говорите, наколоты или накурены. Да, действительно, если будет конкурентная среда, то это можно будет сделать именно при помощи коммунального предприятия. То есть, сейчас вы только что рассказали, что коммунальное предприятие – это благо, то есть коммунальное предприятие сухопутное – это хорошо, а коммунальное предприятие морское или речное – это плохо. Ну, в таком случае эти же принципы можно реализовать и в речном коммунальном предприятии. Это разные вещи. Александр Курченко, и разные пожалуйста. Суммы. Александр Курченко, пожалуйста. Сергей Бруковец, если я хотел бы вас услышать. Саша Болтянский, давайте активнее, пожалуйста. Да. Добрый день всем. Я бы хотел немножко вернуться к теме нашей передачи. Вот это так называемое коммунальное пароходство. Ну, я, во-первых, хотел бы объяснить свою позицию, почему я голосовал против этого. Этот вопрос уже выносился на сессию горсовета. Почему я голосовал против этого предприятия? И в таком виде, как это есть, я и также буду против его создания. Хотя, как и все николаевцы, я очень люблю воду и считаю, что водные наши перевозки, речные трамвайчики эти, за ними будущее. Но ведь посмотрите, вот эта так называемая техника экономического обоснования, это, в общем, можно сказать, бумажка ни о чем. Для того, чтобы построить даже самый маленький дом, нужно полностью создать сначала проект, в котором будет понятно, из чего строить, как строить, кто строит, сколько это будет стоить и кто будет эксплуатировать вот этот даже небольшой дом. А здесь нам, как депутатам, городскому совету предлагают, вы проголосуйте, создайте, а там мы посмотрим, там уже решим. А
Я не хочу, чтобы это непонятное предприятие с непонятным будущим бюджетом имело отношение к городскому бюджету, к городской земле. Потому что все-таки для коммунальных предприятий существуют льготы. А здесь выносится решение с предприятия с уставным фондом 5000 гривен. Ну, для сравнения, если я в цифрах путаюсь, можете меня поправить. Наше коммунальное предприятие «Николай Электротранс» имеет уставной фонд порядка 55 миллионов гривен. И о чем мы говорим, когда там несколько десятков троллейбусов и трамваев, которые давно уже есть в нашем городе и новые покупаются. Поэтому то предприятие, которое вот нам предлагают, в таком виде, как нам его предлагают, это, ну, на мой взгляд, оно непроходное. Здесь, наверное, все-таки действительно будущее за какими-то частными инвестициями. Или же, вот как говорил Сергей Николаевич, действительно свое собственное коммунальное предприятие, без никаких там непонятных соучредителей, что, кстати, запрещено законом, но это Юрий Георгиевич объяснит, свое собственное коммунальное предприятие, которое может размещать заказы на наших малых верфях в нашем городе. Вот я так спасибо. Понимаю, что ты специально подал мячик Сергею Бурковцу, потому что, ну, сидит человек, молчит уже полтора часа почти. Сейчас наш режиссер даст на экран телефон, по которому можно позвонить к нам в студию. Сергей, пожалуйста, вот мы говорили не только о транспорте, но и о перспективах малого судостроения. И как вообще из этого может что-то получиться? Ну, вообще идея создания пароходства, коммунального или там частного, она для Николаева по пассажирским перевозкам на воде, она очень интересна. И действительно, поддержу Александра, за ней будущее. Также мы когда-то не верили, что возродится судоходство на Южном Буге, будут проблемы, но оно сейчас есть, баржи идут, компания «Нивулон» очень удачно в этом проекте пошли вперед. И, ну, есть одно замечание. Для того, чтобы эти 60, так назовем их, водных маршруток существовали и работали в Николаеве, в акватории Николаева, да, необходимо выполнить массу пунктов и условий. Да. Это и гидротехническое сооружение, это штат, инспекция какая-то. Ну, представляете, будет пьяный не маршрутчик, а будет пьяный моряк. Это, ну, в два раза, и поверьте, сталкиваемся. Это так естественно, пьяный моряк, да, это так естественно. Очень, это, прежде всего, безопасность мореплавания, это должны быть там спасатели, это должны быть коммуникации, там, радиолокационные станции, это должны быть какие-то маршруты, должно быть согласование с яхтсменами. То есть, это, да, интересно. Интересно, вот, как Андрею, да, предпринимателю, да, прогулки, какие-то регулярные перевозки там на РАЦАД и так далее. Также там Матвеевка тоже будет, это, я думаю, что будет интересно. Но к этому вопросу нужно подходить, ну, скажем, не городской власти, это ну, бюджет всяком, города. Ну, вот в этом вот впечатляющем документе ничего нету ни о радиолокационных станциях, ни о гидротехнических сооружениях. Многие составляющих, в этом я, к сожалению, не знаком. С этим документом. Я могу его подарить. Ну, спасибо. Но я думаю, что проект имеет право на жизнь. И если там создадится какая-то рабочая группа. Это действительно размещение заказа на судоремонтных предприятиях, на наших вот площадях. Да? Это действительно прохождение практики, начиная от сварщика, заканчивая судоводителями, механики. И у нас мореходка неплохая, у нас кафедра ДВСников неплохая, силовые энергетические установки. Поэтому за этим будущее. Ну, я думаю, что нужно просто плотненько поработать с этим. Ну, я так полагаю, что, в принципе, с любой точки зрения, с какой ни посмотри, развитие в Николаеве малого и судостроения и речного транспорта, это в любом случае очень перспективно. Я сейчас дам слово Александру Болтянскому, но перед тем я предлагаю посмотреть очень интересный сюжет о верфи, которую возглавляет господин Сагайдаков, фамилия в Николаеве достаточно известная, и они уже очень успешно занимаются вот как раз этим самым строительством. Так что я думаю, что, в общем, у нас есть кому выполнять решения партии и правительства. Давайте посмотрим. В
Це неправда, коли каже, що в Миколаєві суднобудування немає, впевнений генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська яхтова верф» Олександр Сагайдаков. Так, ми не можемо повторити колишні досягнення, але малотонажні судна продовжуємо будувати доволі успішно. Колишній центр малотонажного суднобудування, тепер яхтова верф, першими на пострадянському просторі зробили моторну яхту і швидкісну алюмінієву яхту. Продукція заводу і тепер користується попитом на світовому ринку. Замовлення є постійно. Близько 10 років тому вперше взяли участь у престижній виставці в Дюссельдорфі. Там колеги гідно оцінили результати праці миколаївських суднобудівників. Сказали, що Україна може дивувати. Нас узнають. Тобто, по сравнению з другими, от є іменіті верфі, да? От і всі іменіті верфі нас узнають, ми здороваємося, підходять відомі конструктори, которые входят в десятку там, лучших дизайнеров мира, да, мы здороваемся, с ними говорим на «ты», они очень уважительно относятся, конечно. Вот. Ну и плюс они говорят, проблема, вы создаете нам конкуренцию. За роки існування підприємства тут жодного разу не спустили на воду однакових суден. Кожне замовлення індивідуальне. Враховуються всі примхи майбутніх володарів яхт з початку проєктування. Повністю у нас свої, це і конструкторське бюро, дизайнерське бюро, своя служба АТК, контроль качества. Всі наші суда строються під надзором обществ заграничних, це і Бюро Веритас, це італіянська Ріна. Олександр Сагайдаков впевнений, нерозумно, маючи навколо міста стільки води, не використовувати можливість розвивати річкові перевезення. На підприємстві чекають свого часу кілька проєктів невеликих пасажирських суден, тим більше, що це може бути економічно вигідно. Я пройшов каналами практично всю Європу. В северной части, могу сказать, я не просто удивлен, изумлен, потому что, бывая везде, я никогда не представлял себе, что такое речная индустрия и что такое канальная индустрия. Насколько это загружено, это огромная индустрия, а мы находимся на воде, и все пути водные самые дешевые. Можна було б використовувати і колись доволі успішні оми та каштани, але вони вже не відповідають вимогам часу. І навіть не в відсутності катерів справа, впевнений Олександр Сагайдаков. Просто в місті має бути людина, якій розвиток цієї галузі буде цікавим. Крім того, непогано було б мати більш потужне лобі у Верховній Раді, адже зусиль одного народного депутата Бориса Козиря замало. Тоді доцільно буде говорити про відродження не тільки річкового пароплавства, а й морського, а відтак і про відновлення роботи суднобудівних заводів Миколаєва. Отже, є досвід, є напрацювання, є люди. І взагалі це можна робити. Питання тільки в тому, як. До речі, завтра у програмі «Контраргумент по скрипту» ми ще поговоримо про це. І з вами Іван Станіславович, або з Олександром Жоржовичем Жанжарухою та з депутатом Миколаївської міської ради, з Олександром Курченко. Я впевнений, що це буде дуже цікава розмова, хоча б тому, що вона буде проходити в меншому колі, кожен зможе більш докладно викласти свою позицію. А зараз я хотів би, щоб Олександр Болтянський сказав те, що давно збирався. Будь ласка. Я хотів два слова об економіці сказати. Якщо розглядати мале пароходство як ФОП, як частне підприємництво, то воно має право на життя, даже несмотря на то, что эта деятельность будет осуществляться не круглогодично. Если это говорить о коммунальном предприятии, которое будет на общей системе налогообложения, в которое будет входить там, 50 или 60 судов, то оно рентабельным в априори быть не может. Поэтому пусть ребята развивают эту тему, мэрия и депутаты должны поддерживать, как частный бизнес это направление. Но идти в большие затраты, в коммунальные предприятия, в бюджетные деньги, я считаю, что это неправильно, и это для нашего города не надо. Спасибо. Так, будь ласка, Сергей. Дополнить, может быть, создать какую-то управляющую компанию, которая вот будет следить за порядком. Вот насколько я понимаю, в электротранспорте есть, которые, ну, есть люди, которые занимаются и линией электропередач, и в частности и рельсами, да,
Поэтому, может быть, и есть смысл организовать вот какое-то или подразделение, или ну, какая-то отдельная компания, которая будет вот именно выполнять функции как контроля, а вот такие ребята, как Андрей, уже будут проходить какой-то конкурс там. Ну, опять-таки, тут возможны варианты уже и более привлекать там более большие суда и в то же время там грузоперевозки, тот же Щебень где-то с Вознесенска там. Ну, не разбивать дороги, это да, в общем. Андрей, скажите, вот мы почти полтора часа уже здесь работаем, да, и вот изменилось ли как-то ваше представление о том, вообще стоит ли этим заниматься? Есть ли смысл развивать? Ну, то есть вообще вот ваше видение изначально, которое было до того, как вы сюда пришли, а теперь вот послушали вот разные позиции, как-то поменялось? Ну, мнение мое неизменно. То есть речному транспорту в Николаеве быть, от этого никуда не деться, и дело во времени, мне кажется. То есть все настроены. А как вы думаете, вот как практик, сколь долго во времени это вопрос? Ну, по большому счету, мне кажется, для того, чтобы начать хотя бы минимальные там регулярные маршрутные перевезения, перевозки, то есть ну, не надо таких больших инвестиций. То есть у нас есть наработанная база, мы общались с европейцами, то есть уже рассматривали их варианты, но поскольку, сами понимаете, какая ситуация в Украине, они не хотят ни с лизингом заходить, ни... Ну, то есть они пугаются, они говорят, что только по полной предоплате. Я готов идти навстречу, но еще не сильно они как бы подвигаются в плане денег, чтобы можно было с ними интересно работать. Вот такая история. В принципе, начинать надо. Начинать надо, только тогда мы поймем, с чем мы дальше столкнемся, и дальше уже будем по ходу решать эти задачи. То есть так, конечно, спасибо. На бумаге всего не у нас не есть рассчитать. Звонок в студию. Видимо, люди еще Россия не все николаевцы знают, что наша программа вышла из отпуска, поэтому не очень активно звонят, но ничего, я полагаю, что это дело поправимое. Слушаем вас, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотела городским властям предложить такой вариант. У нас раньше были рыбколхозы, и у нас эти рыбколхозы все раньше распоевались, то есть у нас их нет. Сейчас это частные предприниматели. И вот у многих предпринимателей, которые раньше работали в рыбколхозах, у них остались пирсы, земля, это и третий решающий, который находится в Коренихе, это Альшанцев, который находится в Корабельном, это Лупарево, это Кимбургская коса. То есть везде, где были рыбколхозы, они все распоевали. И все частные предприниматели, многие, имеют там пирсы, землю. То есть если предложить предпринимателям, которые раньше занимались выловом рыбы, и у нас их было очень много предпринимателей, сейчас их стало меньше, потому что рыбы с каждым годом все меньше и меньше. А у людей есть опыт работы, потому что они годами работали, вылавливали рыбу, ходили на филюрах, правильно? У них есть образование, то есть у них есть пирсы, у них есть все, может быть, надо им предлагать. Потому что у кого-то было раньше 3 филюги, а сейчас 1 филюга, правильно? А люди увидели, так что знают, у них же и холодные знания, то есть у них все есть, и пирсы есть, которые не надо ничего строить, не надо придумывать что-то новое. Просто вы предложите людям, чтобы эти общественные слушания были такие, как положено для города. Я советую, что общественные слушания должны проходить у вас, вот там, в контраргументе. И люди смотрят и знают. Может, кто-то, вот если бы сейчас об этом сказали, вот я сейчас говорю, я думаю, что какие-то люди, какие-то предприниматели, которые раньше этим занимались, выловом рыбы, у них все это есть, они могут прийти, вложить деньги, купить, как этот молодой человек, я не помню, как его зовут. Вот они смотрят, купят. Спасибо. Хорошая идея. Я, во всяком случае, как генеральный директор Николаевской областной телерадиокомпании, могу сказать, что если такая инициатива у города появится, мы с удовольствием предоставим возможность провести такие слушания в прямом эфире. Вот, Юрий Георгиевич, Василий Славович, ну, два изумительно умных патриота города. Говорят на противоположные темы. Ну, то есть никак, отставят противоположные позиции. И каждого заслушаться можно, и каждого слушаешь, и думаешь, блин, ну вот прав же человек абсолютно.
начинает говорить другой, что нет, вот этот прав. Так вот, где вот она золотая середина? Мне кажется, что все-таки есть какая-то точка соприкосновения где-то вот там вот между вами, на которой можно, может сойтись и ваш прагматичный скептический подход, и ваш оптимистичный. Где это может соединиться? Вот смотрите, наши зрители уже предлагают варианты. А сколько идей было высказано в ходе передачи? Иван Станиславович. Да, с Юрием Георгиевичем ни в коем случае у нас никакой конфронтации в этих вопросах всех нет. Я смотрю со стороны, опять же, человека, который технически занимается транспортными вопросами, в том числе рассматривает, естественно, и эти темы. По поводу хозяйственных вопросов я уже говорил, юристы и депутаты, я думаю, они больше и лучше в этом разбираются и примут правильное решение. Во главе с нашим мэром, который в последнее время, видите, как власть действует, то есть... Есть возможность, есть необходимость, тут же мы приобретали в 2014 году снегоуборочную технику, то есть уже пошел процесс, который десятилетиями был мертвым, он замер и не развивался. Вот из последнего это вы слышали, вышку эту для МЧС приобрели, тоже я давным-давно слышал разговоры о необходимости, потому что наше здание становится выше, а вышки остаются на прежнем уровне. То есть, что там еще малые трактора приобретали, сейчас троллейбусы, естественно, все сразу не приобретешь и сразу до всего руки не дойдут. Поэтому, да, имеет право на жизнь как частный бизнес и перевозка речным, но с учетом и всех законодательных актов, которые я должен контролировать. Спасибо, Саша. Сейчас мы послушаем вопрос зрителя, а потом, Юрий Юрьевич, вы продолжите. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день. Добрый день и добрый вечер. У меня к вам такой вопросик. А вы не собираетесь, допустим, где-то в Николаевской области построить завод для того, чтобы выпускать дизельное топливо, которое вам надо будет на морские трамвайчики, на транспорт и все остальное. Это даст работу людям в колхозах, совхозах. Ну что ж, пожалуйста, кто отвечает? Отвечайте. Это, может быть, еще одна... Весьма замысловатая идея относительно теперь уже строительства коммунального предприятия по производству дизельного топлива. Или маленького свечного заводика. Или маленького свечного заводика. То есть я не сторонник в данной ситуации коммунального пароходства. Я сторонник частного предприятия, которое бы занималось перевозками пассажиров и грузов. Коммунальное предприятие, я считаю, будет чрезвычайно большим грузом лежать на населении нашего города. Не сможет наш совет вытянуть такую махину, как коммунальное пароходство. Поэтому единственным выходом, я считаю, есть частная компания, частное пароходство. Если инвесторы найдутся на такое пароходство, это будет просто замечательно. Плюс, это если говорить о глобальном, масштабном таком явлении. Но то, что сейчас уже делают частники, маленькие предприятия, которые занимаются перевозками. Другое дело, что действительно нашему отделу транспортному необходимо изучить теперь уже этот вопрос, как явление, возникшее помимо наших планов и каких-то перспектив, связанных с коммунальным пароходством, и реально оказывать помощь. Не только этому предпринимателю, но и тем предпринимателям, которые захотят этим заниматься. А помощь будет действительно в чем? Это отношения с регистром, отношения с техникой безопасности, отношения с судовождением, отношения с правилами вождения речного транспорта. То есть масса вопросов, которые мы должны им помогать осуществлять. То, о чем говорил, вы говорили, да? Управляющее предприятие. Да, совершенно верно. Вот это было бы, да, люди, полезно. Люди должны безопасно сходить, да, выходить, то есть заходить. Находить специалистов, общаться со специалистами, проводить соответствующую разъяснительную работу и так далее. Вот это было бы полезно. То есть сейчас пока это уровень исследовательский должен быть. А когда проявятся реальные возможности наших частников, но уже мы готовы с точки зрения исследования этого явления, вот тогда мы его и создадим. Коммунальное предприятие, но связанное с управленческими процессами, а не созданием пароходства. Замечательно. Тогда вот не зря у нас Сергей Николаевич сидит в экспертах, я так думаю, что вы тут как третейский судья. Я хотел бы услышать позиции городских депутатов, потому что вот как Юрий Георгиевич депутат, так и вы, в общем-то, от вас зависит, что будет принято, какие решения будут приняты на сессии. И вы, Сергей Николаевич, вот это, эти вот мнения подрезюмируйте, пожалуйста. Давайте, Александр, с вас начнем.
изначально сказал, что я против этого коммунального предприятия. В любом виде? В любом виде. Эта ситуация должна развиваться как частный бизнес, а депутаты и мэрия должны оказывать помощь во всех направлениях для того, чтобы это имело право на жизнь. А на сегодняшний день влазить в долговую яму и денег, которых нету, и наперед тратить неизвестно на что, это неправильно. Александр Курченко, пожалуйста. Вы знаете, я сегодня перед передачей посмотрел выступление Хачатурова на депутатской комиссии по депутатской деятельности, этике, там, законности. И он четко произнес, несколько раз подчеркнул, что создается предприятие, это просто у него название такое, коммунальное пароходство. А вообще это предприятие может быть какое-то ООО или еще как-то, ну, какая-то форма собственности. Тем не менее, у вас лежит там на столе один из документов, это проект решения сессии городского совета, и там четко написано, там, по-моему, вторым пунктом, да, прописано, что... Затвердити статутний фонд комунального підприємства на Миколаївській міської ради, комунальне підприємство в розмірі 5 тисяч гривень. Комунального підприємства, там чітко написано, що це іменно створюється комунальне підприємство. І тому от, как бы, я хотів сказати, що маленька лож рождає велике недовір'я. Ну, не можна от так от врати на засіданні депутатської комісії, а в то время, когда документы говорят об обратном. И ну, может то, быть, именно то, поэтому дел... господин Хачатуров не дошел до нашей передачи. Возможно, быть, в прямом поэтому. Эфире ему может сложнее быть, было бы вот, я хочу жонглировать сказать, понятиями. Что если какое-то дело создается, вот, начинается со лжи, ну, вряд ли это что-то хорошее. Спасибо. Давайте послушаем звонок. Сергей Николаевич, потом после звонка вы. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Будьте любезны, будут ли ходить трамвайчики речные, с Намыва на сады. Иван Светлович, предполагается ли? Вот я так понимаю, что поскольку вы работаете с Сергеем Николаевичем в тесной связке, то Сергей Николаевич, будучи инициатором этих перевозок, наверное, сразу и сразу ответит. Пожалуйста. А вы, если что, подправите, да, или дополните. Сергей Николаевич. Ну, отвечая, спасибо за вопрос. Такой маршрут предусмотрен. Я надеюсь, я ответил, и уж пользуясь правом то, что у меня микрофон, я вам скажу, вот картина становится законченной тогда, когда нанесен последний штрих. Так вот, штрихи, которые делает команда Андрея. Вот они, выходя на воду, Андрей дает задачу своим ребятам, они собирают мусор, бутылки, все это складывают в полиэтиленовые пакеты, и потом, когда подходят на землю, все это выгружают в мусорные контейнеры. Бакины сегодня стоят без освещения. То есть то, что называется безопасностью, особенно в вечернее и ночное время. Ребята сами покупают очень вот эти дорогие, садоводы да, и расставляют их для того, чтобы было освещение вот в районе Ингульского и Варваровского мостов. Ну и резюмируя, так сказать, Ярослав, я еще раз повторяю. Мы в феврале на контраргументе очень плотно работали с Иваном Станиславовичем, и я очень рад. Ну, в Николаеве 21 год спустя назревает транспортная революция. Если то, что пообещал мэр, 50 единиц электротранспорта зайдет летом в город, но это кардинально изменит вообще сущность и соотношение цена-качество в вопросах качества перевозок. Ну и не сочтите за наглость, я хочу сказать спасибо Борису Козырю за то, что вот этих ребят Козырь как нардеп поддержал. И они перед тем, как покупать, перед тем, как ну, выходить в поле, обрабатывать этот бизнес, заручились тем, что если будут проблемы, то Козырь включит свою нардеповскую власть для того, чтобы помочь. Иван Станиславович, вот сегодня в принципе родилась схема, создайте, дайте одного бойца, двух бойцов, которые, вмените им функциональные обязанности, которые начнут Андрею и его, ну и таким же предпринимателям уже помогать. Революция морская, речная, транспортная революция, это вторая революция после транспортной, которая произойдет в Николаеве, и ну, я хочу, чтобы вы, городская власть, стали вот этим пионером во всей Украине, которая показала всей Украине, как надо в интересах горожан использовать воду.
Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич, за теплые слова. Что касается вот как раз Андрея, да, нашего предпринимателя, который уже занимается этим вопросом, берите пример, это не только перевозчики, которые по реке у нас осуществляют, будут осуществлять, но и наши перевозчики автобусные. Так как человек подходит, по, вот, то, что нам сказал Сергей Николаевич, то есть и порядок, и порядочность, и внимание. Что-то мне подсказывает, что Андрей – это то самое редкое исключение, которое подтверждает общее правило. Глядя на наших маршрутчиков, плохо я себе представляю, как они будут собирать мусор по обочинам. А собирают. Ну, наверное, это какие-то уникальные. Покажите мне их, если я сниму про них сюжет. А, Игорь Пух всю передачу сидит на низком старте и явно собирается рвануться куда-то со своими скептическими комментариями. Да, возможно. Ну, добрый вечер всем. Уже в конце передачи. Ну, я, во-первых, хочу сказать следующее, что я как скептик, да, из передачи, прекрасно понимаю, что, в принципе, началась уже кампания «Местные выборы», поэтому тут звучат и у нас мэр самый замечательный, он всем помогает, и помощь нардепа, и все это понятно. Вот. Но поверьте мне, транспортная революция к местным выборам не будет иметь никакого отношения, если она не состоится. А она вряд ли состоится, если у нас будут бесконечные передачи и обсуждения того, какое предприятие нужно создавать, не создавать. Ну, это, представьте себе, что мы обсуждаем, нужно у нас создавать предприятие, например, по пошиву джинсов? Или не нужно? Или все-таки частников привлекать? Ну, мы же все носим джинсы, да, а другой как бы одежда, ну, есть еще брюки, но в основном все носят джинсы. Так надо создавать или не надо? Ну, вот примерно то же самое. Но, в принципе, это так, это скептицизм. Другая вещь, которую я хотел сказать, что... Насколько я знаю, вот, ну, я правда восхищаюсь вот молодыми предпринимателями. Вот Андрею огромное спасибо, потому что за то, что он внедрил вот, да, давнюю мечту, уже давнюю мечту многих николаевцев покататься на вот таком вот симпатичном суденышке, действительно симпатичном. Но, насколько я знаю, там 50 гривен, по-моему, да, стоит. На мой взгляд, опять же, на мой взгляд, обычного николаевца со средним достатком, обычного потребителя, это дорого. Для того, чтобы не было это так дорого, для того, чтобы проезд стоил, ну, скажем, там, хотя бы гривен 20, да, вот, таких суденышек должно быть, ну, не знаю, ну, 10, ну, 20 суденышек должно бегать по акватории Южного Буга-Ингула, вот именно прогулочных катеров. Не маршрутных, это немножко другая тема, а именно прогулочных, экскурсионных, они должны быть разной формы. Те люди, которые бывали в Праге, да, наверное, прекрасно помнят и в памяти стоит, когда с Карлова моста смотришь на эти бесконечное количество самых разноплановых, разноцветных этих суденышек, которые бегают по Волтаве и просто радуют глаз. И всем удобно, и всем красиво. Нужно еще гондолу привезти. Гондола – это следующая революция будет. И третье, что я хочу сказать, как бы подводя итог, да, когда знакомые или родственники, там, друзья из других областей, из других городов звонят или там списываются и спрашивают, а что у вас в Николаеве можно посмотреть вообще? Ну что посмотреть? И на ум, кроме, собственно, зоопарка и музея Ставропольских казарм, да, как бы ничего не приходит на ум. А ведь многие еще помнят и обычные весельные лодки в яхт-клубе, и ракеты, и кометы, которые бегали в Очакове, даже в Одессу, если я не ошибаюсь. Да, если бы вот. И бесконечное количество вот этих катеров и речных трамвайчиков, все это было. И в принципе, ну я не знаю, целесообразность запускать там ракеты, кометы в Одессу и в Очаков, вот. А речной транспорт, он обязан быть просто, потому что ну, мы город на воде. Ну без него это ну, стыдно. Нам нечего показать даже нашим гостям. Поэтому я надеюсь, что все-таки революция транспортная, речная, состоится. Спасибо. Сергей Борисович, вот хочу что сказать, как раз вам хотел слово передать. Как правило, ну, у любого вот такого начинания, сложного, да, должно быть лобби. Ну, просто потому, что должны быть какие-то люди, которые особенно заинтересованы в продвижении такой идеи. И мне кажется, что судостроители, способные производить как раз вот малые суда речные, должны быть главной движущей силой вот этой идеи. Пожалуйста. Идея строительства малых судов, это очень, очень интересно. Она
позволит, может быть, закрыть некоторые ниши перевозки пассажиров. Повторюсь, это будет Рассад и там Большая Корениха, Матвейка и так далее. Но еще к этому вот я хотел бы Игоря тоже дополнить. Неплохо было бы привлечь, ну, идея привлечь туристические какие-то агентства и конторы для того, чтобы, вот как Игорь говорит, да, действительно, люди, приезжающие, например, на море отдыхать с той же Белоруссии в Коблево, и вот завязать, скажем, Коблево, Одессу, Николаев, и если предложить услугу по движению по устью Южного Буга, там, Ингула, Лиман, это было бы, конечно, очень интересно. Сделать там 2-3 лодки, там, разместить в Южной судоремонтной компании. Мы бы их построили. Да. И таким образом, я думаю, что, ну, можно было бы и привлечь и иностранных туристов. Потому что, насколько я знаю, по Дунаю там ходят пароходы побольше. По Днепру там тоже целые, там этот Тарас Шевченко. А у нас бы в Николаеве люди приезжали, например, стояночка где-то там на турбазе в Варваровке, да, там неплохое место, сделали бы какой-то причальчик. То есть, ну, идея очень хорошая. Ну, идея хорошая. И, кстати, что интересно, сейчас я чуть ли не ежедневно получаю письма из облгосударственной администрации с просьбой поддержать какие-то действия по привлечению туристов в Николаев, поставить ролики социальной рекламы и так далее. Мне кажется, что если бы помимо лозунгов «приезжайте в Николаев, тут вам всегда рады», мы могли бы это подкрепить вот какими-то практическими действиями, о которых идет речь. Тем более, как я понимаю, в общем-то, если опять-таки, ну, тщательно, нормально, здраво продумать схему привлечения частного бизнеса вот в эти самые туристические программы, которые наверняка, ну, в Николаеве меньше, в области больше существуют, то все эти рассказы о том, что смотрите, как здесь здорово, они были бы подкреплены совершенно конкретными материальными ресурсами. Скажите, вот опять-таки, вот то, что я спрашивал у Андрея, Иван Станиславович, вот можно ли сказать о каких-то конкретных вещах, которые вы вынесете с этой программы и начнете реализовывать, ну, вот буквально уже завтра? Завтра еще пятница, вы успеете начать. Конечно, можно. Конечно. Это направление, как я уже сказал, уже нами развивается, по крайней мере, прорабатывается. По данному вопросу ряд совещаний проведен. На следующей неделе, во вторник, будет очередное. Мы хотим еще пригласить представителей прокуратуры, которые связаны с этим вопросом, для разъяснения некоторых деталей, некоторых пунктов. Как правильно, что делать, как неправильно. Все специалисты будут, все будут работать, будут вести соответствующие протоколы, на основании которых мы уже будем четко знать, в каком направлении нам двигаться. Ну, так, чтобы не смешивать, сегодня мы, ну, вот на примере Андрея рассматривали скорее экскурсионную модель транспорта на реке. Она совершенно отлична от регулярных пассажирских перевозок, потому что здесь ни тарифы не устанавливаются, здесь нет каких-либо там дополнительных нагрузок. Чего не скажешь о регулярных перевозках, поэтому эта тема сама за собой влечет немножко глубже, она идет, чем просто, да, хорошо. Но для туристов, для экскурсий, для частного малого бизнеса мы всегда... Подскажите, есть в городском исполкоме какая-то структура, которая занимается туризмом? Конечно, есть. Есть. Вы сами говорите об успешном опыте Андрея. Есть ли вероятность, возможность, надежда, да, что, скажем, завтра вы встретитесь с Андреем и привлечете его возможность, ну, Андреем такими, как Андрей, просто сейчас у нас Андрей здесь, да, к работе этого агентства или этого департамента, и уже начнете приглашать сюда туристов, включая ваше приглашение и предложение речных прогулок. Да. Двумя руками, да. Создал какой-то маршрут, который может показать, например, там, Черноморский, ну, уникальные экраны, да, там этот крейсер, который у нас есть, мосты, да. То есть это можно было бы обзорную экскурсию по Николаеву для того, чтобы показать наши достопримечательности. И в то же время показать, может быть, даже инвестиционные... привлекательность нашего города, то есть и какие-то площадя, может быть,
хранилища и порты. Я могу сказать, что Николаевская областная телерадиокомпания готова выступать информационным медиапартнером в любых подобных начинаниях. И мы с огромным удовольствием будем крутить у себя ролики социальной рекламы, показывающие эти возможности. Мне показывают, что у нас осталось 2 минуты, поэтому 1 минута Юрию Георгиевичу, 1 минута мне на подведение итогов. Юрий Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот все сегодняшние наши разговоры, поколебали ли ваш скептицизм относительно перспектив предприятия в какой бы то ни было форме собственности Николаевское речное пароходство? У меня никогда не было сомнений в полезности осуществления пассажирских перевозок в городе Николаеве. Сомнения есть только в одном. Нужно ли подключать под это громаду, то есть совет, для того, чтобы создать коммунальное предприятие именно для осуществления подобного рода перевозок. А вот тех формах, о которых сейчас говорилось здесь. Частный бизнес, да. Нет, я имею в виду вот помощь, организация, координация и так далее. То, о чем говорили депутаты. На данном этапе, я считаю, это уровень исследования должен быть, а не создание коммунального предприятия, которое бы занимался вот теми вспомогательными моментами, о которых бы говорили. То есть городской совет уже может оказывать транспортный отдел, уже может оказывать помощь частным предпринимателям в их проблемах. Просто надо идти дальше. Идти шире и глубже смотреть проблему. И если исследовательская часть будет произведена именно в глубоком таком вот аспекте, то тогда можно уже создавать и коммунальное предприятие. Но не коммунальное предприятие как пароходство, а коммунальное предприятие, осуществляющее соответствующую помощь частному бизнесу. Отже, шановні гості, шановні експерти, я дуже вдячний вам за таку цікаву, змістовну, плідну розмову. І вам, Юрій Георгійович, особисто за те, що ви досить швидко позбавилися ваших спеціальних юридичних термінів і стали кристально зрозумілим усім нашим глядачам. Я хочу сказати, що ми не випадково взяли сьогодні саме цю програму, цю проблему, адже на найближчій сесії міської ради буде розглядатися це питання. І миколаївці, принаймні ті, що дивилися нашу програму, знатимуть, про що там йдеться мова. Адже, справді, питання досить специфічне, і якщо б не було нашої програми, якби не було сьогоднішньої розмови, то важко було б зрозуміти, а де ж там є якісь підводні каміння, і чому певні депутати голосують за, певні проти, і чому там взагалі ламаються списи. Отже, я дуже вдячний усім, хто взяв участь у нашій сьогоднішній програмі. Я нагадую, що завтра о 14:30 з обов'язковим повтором о 21:30 вийде програма «Контраргумент по скриптум», у якій ми також продовжимо цю розмову, і у ній візьмуть участь з одного боку представники міського конкому або Іван Станіславович, або Олександр Джорджович Джанджаруха, профільний зам Миколаївського міського голови, і депутат Миколаївської міської ради Олександр Курченка. Будьте з нами, ми вже повернулися з відпустки, ми починаємо працювати. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво з нами. Далі буде ще цікавіше. На все добре, зустрінемося за тиждень. До побачення.